Всем привет! Сегодня, ребята, я в этом видео играю в Brawl Stars. Ребят, я уже давно, ребят, играл и в Roblox, и в Minecraft, и пришло время играть в Brawl Stars. Сейчас, ребят, заберу тут подарочек. На Дэрила заберу 8-ю силу. Кстати, ребят, вы слышите музыку? Давайте, ребят, я вам сначала покажу всех моих бойцов. Вот, ребят, у меня Шлип есть, у меня Фэнк есть, Бу у меня есть. Кстати, ребят, я уже все знаю, у меня два Мифика. Бо есть, Фрэнк есть, Бе есть и Мэнди есть. У меня два Мифика, 4 Эпика также, ребят, есть Джейси, 8 Бит есть. Дэрил есть, Карл есть, ребят, Джейки есть, Нита есть, Кольт есть, Бул есть, Брок есть, Альпима есть, Барли есть, Кока есть, Роза есть, Фу и Шелли тоже есть. Я, ребят, сейчас вот коплю тут на Тару, ребят. Давайте я вам покажу, как я коплю тут на Тару. Я, ребят, решил взять, вот тут у меня был выбор, я решил Тару взять. Напишите, кстати, ребят, в комментариях, кого вы тут взяли. Я, ребят, тут взял, возьму Динамайка. Вот тут, ребят, я скажу. Вот тут я, ребят, Макса возьму. Рико и еще тут кто-то. Я вот тут, ребят, вот Макса. Вот тут, ребята, я возьму Леона или Ворона. Или Спайка. Ну, не Спайка взять. Рико тут на выбор, тут немного бойцов. О, тут 4 бойца. Вот еще тут есть много бойца. О, Амбер, тут еще какие-то будут 2 бойца. Мэтт, Амбер, ну, не знаю. Наня, а что тогда посмотрим на кого-то? Сколько, ребята, вы все легендарны, давайте посмотрим. Нет, вроде Вольф не легендарный. Вольф не легендарный. Я что, ошибаюсь? Давайте, ребят, проверим, Вольф легендарный или не легендарный. А, ребят, да, Вольф легендарный. А раньше был, ребят, Вольф хроматическим. Ребят, Фэнк был хроматическим. Давайте, ребят, сейчас буду играть. Давайте посмотрите, как я играю в Brawl Stars. Давайте Фрэнк возьмем. Кстати, ребят, про меня новое обновление. Сейчас, ребят, после катки я вам покажу кое-что. Кстати, ребят, пока тихо. Я пока не буду с вами разговаривать, потому что я в катке. Но могу чуть-чуть разговаривать. Но в видео оригинальном, может, меня и слышно не будет. Ой. Кстати, ребят, не забывайте оставить лайк и подписываться на мой канал. Давно, ребят, я не выкладывал длинные видео только по мягким игрушкам. Кстати, ребят. Ой, меня чуть Барли не убил, блин, меня Барли убил. Ну, это, кстати, скид на Барли. Ладно, ребят, давайте попытаемся, чтобы на Шелли. Кстати, ребят, сколько вы играете в Brawl Stars, напишите в комментариях. В принципе, я уже не играла, ребят. Ой. О, все, мы выиграли. Все, ребят. О, ребят, все, дались вот эти вот. Кстати, ребят, смотрите. Якоб, у меня еще чуть-чуть осталась легендарная звезда. Легендарную звезду я засниму, как я ее буду открывать в шорте. Покажу, как я ее открываю, ребят, легендарную звезду. Ну, боец должен выпасть мне. Нет, я не знаю, кто мне выпадет, это Супермен. А, он играет, давайте, ребят. Давайте, ребят, на этот раз поиграем. Давайте посмотрим, в магазине будет. Ребята. Так, ребят, вроде... А, в магазине у нас подают вот эти штучки. Вот она, кстати, нужно вот эти кредиты. Для легендарной звезды. Кстати, квесты, ребят, проводятся выполнены. Давайте, ребят, последнюю карточку и будем на этом все равно запрощаться. Ну, как-то я мал. Давайте в ограбление. Давайте в ограбление. Вот, очень сложно. Невозможно сменить. А, потому что я, давайте, огласим. Все, ребят, теперь можно. Так, о, давайте поиграем на моей карте. Я же создал свою карту. Вот парное столкновение написал банан. Давайте в это сыграем.
давайте покажу, как я играю. Дружеский бой. Давайте, ребят. Ой, ребят, тут что-то не... Сейчас, ребят, я выйду. Что-то как-то я не очень. Вот надо вот так. Вот сейчас, ребят, вот это берем. Дружеский бой. И, ребят, нам надо выбрать, что мы играем, ребят. Давайте, ребят, мы уберем роботу. И оставим только... Робота оставим. Который будет против меня драться. Кстати, ребят, почему-то на карте ничего нету. Да. Сейчас против меня, кажется, и драться будут. Ну, погнали, или... О, ребят, первый. Он стреляет по мне. Сейчас, ребят, я убью его. Все, я убью его. Давайте, ребят, найдем следующего. О, ребят, вот. Замораживаем и, ребят, убиваем. Это было очень, ребят, легко. Ладно, ребят, на этом я с вами прощаюсь. Всем, ребят, удачи, всем спасибо и всем пока-пока!